Приветствую вас, уважаемые друзья, зрители и подписчики моего канала. Наконец-то я добрался до моделей, появилось немного свободного времени. Подготовил модель к покраске. Сегодня сделаю небольшую грунтовочку серой краской и нанесу небольшой предшейдинг коричневым цветом. Но прежде чем это все начать, хочу передать привет каналу Артема Моделиста или Артемий Моделист. Хочу, друзья, порекомендовать вам его канал. Довольно-таки хорошо парень снимает, интересно рассказывает, интересные видео, интересные обзоры. Так что, друзья, кому не лень, заходите, подписывайтесь, комментируйте его работы, ставьте лайки. Я надеюсь, вам очень понравится. Также у Артема есть и второй канал, больше посвящен отдыху на природе, туризму. Вот, тоже довольно-таки хороший канал, мне понравился, особенно как там рассказывали про перевозные бани на прицепах. Ну, тоже отличный очень канал, рекомендую. Заходите, сами увидите, посмотрите, понравится, подписывайтесь. Ну а теперь приступим к работе. Ссылочки на канал Артема вы увидите под моим видео подготовым. Вот теперь что хочу немножко рассказать. Вот. Как я говорил в предыдущем видео, сделал ремни светоотравления, защиту на фары. Сделал, также нанес маски на триплексы. Вчера подготовил модель к покраске, то есть ее обезжирил вот таким средством. Кто его уже попробовал, те меня не один раз поблагодарили. То есть действительно рекомендую, хорошее недорогое средство. Вот. Грунтовочку сделаю сегодня краской Tamiya. Нанесу легенький серый цвет. Потом сделаю небольшой предшейдинг коричневым красным, тоже от Tamiya. Вот, и посмотрим, что у нас получится на данном этапе. Начнем. Ну вот, друзья, начал немножко покрывать краской. На улице жарко. Развел краску пожиже. Пусть лучше я нанесу несколько слоев тоненьких, но она ляжет хорошо на модель, чем разводить погуще. Вот так вроде ложится хорошо. Модель я тоже обезжириваю. Если кого-то заинтересует, я могу показать, там, когда буду делать другую модель, как я обезжириваю модели. Ну, в принципе, в двух словах. Набираю тоже это средство в аэрограф, ставлю где-то 2 атмосферы, ну и, грубо говоря, под таким под давлением с аэрографа дую на модель, чтобы аж с нее стекало это средство. Вот. Ну, в принципе, мне понравилось, как оно обезжиривает. Кто-то вымачивает, кто-то замачивает, ну, я так делаю. Если кому будет интересно, напишите, я отдельно сниму, чтобы вы уже увидели, посмотрели, чтобы было более понятно и доступно. Задул, друзья, серым цветом. Получилось. Так вот. Пока просыхает. Рубку внутри оставлю серую. Если посмотрел на фотографиях, она везде, в большинстве случаев, серая. Попадается зеленая. Но больше, сколько я посмотрел фотографии, там она везде серого света. Вот, теперь дам немножко просохнуть, около 10 минуток. И буду красить коричневым цветом. Пройдусь, сделаю предшейдинг.
снял с аэрографа распылитель и тоненьким слоем коричневой краски прохожу по всем углублениям. Где-то вот так вот это выглядит. Для чего это делаю? Чтобы немножко модель выразительнее смотрелась, чтобы придать объем какой-либо на модели. Ну, посмотрим, что получится. Теперь посмотрим, что получилось. Закончил делать коричневым цветом. Ну, вроде бы получилось, как я и задумывал. Дам подсохнуть. Потом уже буду наносить базовый слой краски. Краску буду использовать Мистер Хобби Олив Драб для английской американской техники. Ну, вот так вот получается. Я грунтовками не грунтую модели. Ну, вот сделал такую вот грунтовочку краской томиевской, как бы. Краска сама по себе держится хорошо, не снимается. Вот, посмотрел, где что уже подправил наждачкой и опять закрасил. Вот. В этом месте были небольшие неровности, я их затер. Получилось довольно хорошо. Как я говорю, как я и хотел. Вот. Также еще кто не грунтует модели, вот сам пластик был зеленого цвета. И если б я его не покрыл серой краской, то было плохо красить основным базовым цветом. Вот, и зеленый цвет тяжело красить, и потом могут быть непрокрасы. А так сделал серый цвет. Вот, сделал коричневый цвет, и уже даже если буду красить базовым оливковым, то этим избегу непрокраса на модели. Ну вот, друзья, теперь даю подсохнуть, посмотрю потом. В принципе, сейчас жарко, сохнет быстро, но как цвет грунтовочный, надо, наверное, дать ему хорошо просохнуть, но потом буду красить уже базовым. Я уже буду делать, пробовать высветление, затемнение. Ну, все буду стараться показывать в видео. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Спасибо тем, кто остается на моем канале. Всех благ вам и вашим близким, друзья.